Итак, мы продолжаем. Сейчас мы находимся у жилого здания, на первом этаже которого находится Центр социальной защиты. Именно отсюда, из этого помещения, 13 января 2022 года были похищены сотрудники Комитета безопасности Ильина Лариса Викторовна и Грушева Людмила Павловна. Мы пройдем внутрь и зададим вопросы. Там закрыто. Нельзя, не проходите, пожалуйста, у нас прием по одному человеку. Тихо, не трогайте женщину, не трогайте. Вызовите этих сотрудников. Уже за телефон, Берг, куда снимать, да? Костя, снимай. Снимаем. Ваша полномочия, ваша фамилия, имя, отчество. Что такое? Пожалуйста. Ответьте нам, пожалуйста, выходим. Пожалуйста, выходим все в холл. Все в холл, пожалуйста. Выходим все в холл. Люди прячутся, конечно. Люди прячутся. Мы выходим все в холл. Присаживаемся. Одеваем маски. Нет, не будем мы одевать. Сейчас, пожалуйста, вы представьтесь. Сядьте, где же безопасность России? Присядьте. Как ваша фамилия, имя, отчество? Посмотри, как обнаглела. Маски одевайте. Она пошла это вызывать. Так, вызывайте всех начальников, да, как все вызывается. Так, кто у вас еще присутствует в качестве начальника? Добрый день. Вы фамилию, пожалуйста, скажите, женщина, которая в последнем кабинете находится, да. И вопрос у меня такой, как у руководителя отделения. Спокойно говорит, да. Пожалуйста. Значит, что здесь произошло 13 января? Представиться я могу? Можете, да. Представляется. Руководитель Кировского филиала Центра социальной защиты населения Белокурова Ольга Алексеевна. Белокурова Ольга Алексеевна. Слушаю вас теперь. Теперь у меня вопрос, как у руководителя Кировского отделения Комитета безопасности России. Скажите, что здесь произошло 13 января 2022 года? Подскажите, пожалуйста, какие полномочия у вас есть? Ваши полномочия предоставьте мне. Вы ваши свои полномочия предоставьте нам, я предоставлю. Пожалуйста, вы сфотографируете. Подождите, давайте мы успокоимся. Нет, предоставьте ваши полномочия. Не будем так волноваться. А мы не волнуемся, вы пришли по работе. Мы по работе пришли. Предоставьте ваши полномочия. Подождите, давайте секундочку. Вы пришли в государственную организацию. Государство какое? Название. Какое государство? Вы народ не вводите в заблуждение. Какое государство? Я называю. У вас юридическое лицо, ваше контора юридическое лицо. У вас контора юридическое лицо, поэтому не надо вводить народ в заблуждение. Никакое я не государственное. Ну поэтому я говорю на запись, что вы не государственное, а юридическое лицо. Дальше. Белокурова Ольга Васильевна. А что, государственное лицо не может быть юридическим? Очень хорошо сказано. Очень вопрос на засыпку. Так будьте добры, объясните, что здесь произошло 13 января. 13 января? Да. Будьте добры. 2022 года. Когда были похищены мои сотрудники комитета? Наши сотрудники. А вы не в курсе? Еще раз хочу вас попросить подтвердить свои полномочия. Да сначала вы предъявите. Вы предоставьте нам полномочия, а потом мы с вами предоставим полномочия. Мы пришли к вам задать вопрос. Я представилась. Документы покажите, полномочия. Я королева Елизавета. Дальше что? Ну, королева Елизавета у нас в Англии. Вы пришли. Мы на шельфе, да? Вы пришли в Центр социальной защиты населения. Я вам представилась, что я руководитель Кировского филиала Центра социальной защиты населения. Так, значит, что здесь произошло 13 января? Ближе к делу, да. Ближе к делу. Почему я должна вам это объяснить? Не хотите? Кто вы? Мы записываем видео. Значит, я вам заявляю, что мои сотрудники 13 января были похищены, вот Ильина Лариса Викторовна и Грушева Людмила Павловна из этого помещения. Похищены кем были? С людьми, составившие 7 человек. Фуфайник с надписью «Полиция». Никаких полномочий и удостоверений они тоже не предъявили моим сотрудникам. Значит, я объявляю вас соучастниками похищения моих сотрудников. И вы за это будете отвечать. Всего доброго. До свидания. Все, мы вас предупредили. До свидания.